окружность списан прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой AB. То есть BCA у нас прямой угол, а AB это диаметр. Пусть К середина дуги BC. А не содержащей точки А, а N середина отрезка AC. М точка пересечения луча КН с окружностью. То есть мы соединим КН для пересечения с окружностью. В точках А и С проведены касательные к окружности, которые пересекаются в точке Е. Докажите, что угол ЕМК прямой. То есть это нам надо доказать, что это угол прямой. Так, CN равняется NA. Поймем, что ну, пусть точка О это центр окружности, в который вписан ABC. Поймем, что E, N и O будут лежать на одной прямой. C и E равняется EA. EN перпендикулярный CN, так как медианы... Еще раз, что чем равняется? EA равняется EC. Касательные к окружности? Да. Хорошо. А CN равняется NA. Значит, EN будет являться и медианой, и высотой на вен треугольнике. Понятно, что перпендикулярная, середина перпендикуляр к хорде будет пересекать и центр окружности. А, то есть N – это середина катета AC, и при этом прямая EN – это перпендикуляр. Да. Поэтому, когда продолжаешь, получаешь среднюю линию, а она пройдет через середину гипотенузы. Да. Понял? Все хорошо. Соединим ОСК. Понятно, что CA будет параллельно ОК, так как вот это середина, и плюс это будет середина. Значит, здесь угол у нас тоже прямой. Да. Хорошо. Также заметим то, что четырехугольник COAE вписанный. И то, что здесь у нас прямой угол, и здесь у нас прямой угол. Два противоположных прямых угла, да. В сумме 180 градусов. Хорошо. Заметим, что четырехугольник... Сейчас, найду его. КЦМА тоже вписаны. И запишем для него... К... Еще, покажите буквы. К... С... М... А. А он почему? А он вписан. А, он вписан, потому что нарисован. Да. Вижу. Да. Хорошо, запишем для него... Отношение CN на NA равняется KN на NA. CN умножить на NA это произведение двух отрезков хорды. KN умножить на NM, ну да, да, это две пересекающиеся да. в точке N хорды, да. Запишем то же самое для вот этого четырехугольника, который тоже является вписанным. Я сказал. То есть та же самая штука, CN умножить на NA. Да. Ну, второй раз можно было и не писать, да. Это будет ON умножить на NE. EN на NA. Согласен. Значит, KN на NM равняется EN на NO. То есть четырехугольник... сейчас скажу, какой. Только я его не вижу. Большой. Да, вот этот. К, О, М, Е. Ну, поставьте жирно букву, той точки эти, поставьте жирно. К, да. М, Е является тоже вписанным. Да, это из-за, да, из-за произведений, да. Вот этот угол прямой, а К, О, Н равен Н, М, Е по вписанности. То есть угу. Это тоже будет собираться прямым. Все.